Всем здрасте, у меня новый подмаст 7 Макс. И сегодня я бы хотел вам снять видео такое. Я подумал, у меня почему-то нету идей. Думаю. И решаю, что бы, если бы мне делать проверку игроков на крыс. Мне просто интересно, будет ли здесь много крыс. Я еще не проверял, но надеюсь, здесь будет очень мало крыс. Я лучше стать всегда хотел. Поймать их всех, такая цель. А может, подружимся? Так, ребят, смотрим. Я затемился с Мортисом и попробую, будет ли он меня крысить или нет. Так, сначала надо пушку сломать. Так, ломаю мишку. Чувак, мы шутим. Чувак. Так. Почему этот чувак ничего не делает? Он хочет меня закрыть? А давайте просто вот так подстоим. Так. Сори. Мы с Мортисом здесь так стоим. Ничего не делаем. Чего он не идет? Я боюсь. Вот этот позор. 4 банки, 7 банки боятся его. Понимаете, какой это позор? Как видим, он убил Мишку, но он хотел потом меня убить. Так что не знаю, можно ли считать его крысой или нет. Мне кажется, нельзя, он меня мог закрысить. Ну, он не крыса. Плюс один не крыса. Я тимится, ребят, он не понимает. Я хочу ульту накопить. Ну боже. Он не понимает, что я хочу ульту накопить. Ну-ка, тимится. Мне надо ульту накопить. Вот не понимаю вот таких тупых людей, которые хотят тимиться на мне ульту хотят, а я не могу. Вот тупые люди. Кто так делает? Кто не дает на них? Мне что, на булах теперь ульту? И что мне делать? Вот такие тупые люди. Не знаю, что они делают. Чувак, сори. Для тупых говорю, сори. Чувак, ну го. Ну-ка. Блин, ребят, я не знаю, как подружиться. Раз, два, три. Я не виноват, на меня она напала. Помогите. Помогите мне уработать. Блин, я боюсь. Я боюсь, что нас шили закрысят. Чисто я. Вот тупые шили. Плюс все крысы. Плюс одна крыса. Я не знаю. Одна шили закрысила, вот поэтому все начали других крысить. Так что плюс одна крыса. Так, пока. 1-0 пока. То есть 1-1. У нас уже есть первая тима. Стой, даю. А, он хочет банки? Ладно. Это моя банка. Блин, это Шелли. Я просто случайно ульту набивал. Вот воробушек. Так. На Максе. Слышь? Отошел отсюда. Блин, от воробушка говной воняет. Серьезно.
Стой, я тимлюсь. Хорошо. Все, спасибо. Чисто момент. Вы понимаете, как это было жестко? Может, тимимся? Блин, я боюсь, что нас все убьют. Я чисто сцели, что все ненавидят, когда тимится, но я просто проверку хочу. Сколько же будет крыс? Просто недоделанных крыс. Потому что тима — это когда вы хотите вдвоем с другом против... Видели? Я чисто спас Максимку. Я пожертвовал своим. Ребят, все, это была не крыса. Максимка, он реально очень помог. И спасибо ему за то, что он вообще помог мне. Он мне чисто с ультой помог. Так, плюс две не крысы и одна крыса. Ну, теперь затимимся. Теперь давай затимимся. Блин! Слушайте. Да не знаю. Он чисто меня предал. Понимаете, я ему всю игру спасал, а он меня чисто в трупак, можно так сказать, загнал. О, давай с тобой, М, затимимся. О, спасибо. Так, смотрим на этого тиммейта. О, Шелли, го, затимимся. Блин, го, затимимся. Вот затимимся, го, затимимся. Может, го, затимимся, братик, го, затимимся. Блин, не понимаю, почему они все не хотят тимиться. Я же видос снимаю, а здесь все должны тимиться. Но раз вы не хотите, тогда и вы в моем видео. А мы же друзья. Я думаю, она сейчас закрысит меня. Так. А. Теперь надо... Ребят, она отомстила за меня. Плюс тиммейт. Ой, го. Самое главное, чтобы она меня не убила. Надо ульту еще предохранять, чтобы она меня не убивала. Блин, чуть не попал. Я люблю вот только скины за это. Ну, с этим покупать. Которые дешевые. Но если они будут полную цену, как Ниндзя Тара, то это вообще капзда. Потому что знаете, как дорого мне Ниндзя Тара обошлась. Так. Все, иди. Так. Теперь динамайка гасим. Конечно, это не очень честно, но для видео честно. Блин, не спелось. Динамайк, ты поторопись. Как мне динамайк вот с одного такого выстрела может убить? Надо, чтобы я оказался в плохой ситуации, и он должен был... И он должен был меня убить. Так, здесь посмотрим. Значит, они здесь. Во, бык. Я его отметил. Боже, помоги. Я как хороший... Ой, соли. Я пошел в яд. Потому что это видосик, ребят. Я уже буду заканчивать. Так, у нас появилось то, что у нас крыс, одна крыса или две. Одна обычная кустарная крыса, вторая крыса — это тимовская, и четыре другана. Ну, давайте заканчивать.
С вами был Микромакс. Подписывайтесь, ставьте лайки.